Аэровокзал Южно-Сахалинска готов к осенне-зимнему периоду, сообщили в предприятии. К работе в непогоду и холода службы главной воздушной гавани региона подготовились за месяц. За это время они проверили технические средства, производственные, бытовые и караульные помещения. Особое внимание работники комплекса уделили инфраструктуре. Техническое обслуживание прошли все 6 элитрапов, через которые идет посадка и высадка пассажиров в самолеты. Также проверили состояние аварийно-спасательных средств и пожарного оснащения. Было проведено техническое обслуживание всех систем отопления комплекса. Было проведено техническое обслуживание всех систем вентиляции. Частично у нас подача тепла осуществляется через вентсистемы. Были заключены договора на клининг наружный в связи с обильными снегопадами. Это нужно сейчас, чтобы не было коллапса. По осенне-зимнему расписанию новый аэровокзал будет работать с октября по март. На это время большинство рейсов, открытых летом, сохранятся. Изменится лишь частота вылетов.